Топовый бой UFC Fight Night 138. Оздемир против Смита. Непредсказуемое противостояние кикбоксера и мастера джиу-джитсу. Переходи на париматч по ссылке в описании, ставь на своего бойца и получи денежный бонус. Андерсон, ты построил этот прекрасный зал. Что будет следующим, когда мы увидим тебя в октагоне? Ну, я в ожидании, потому что я принял вызов от Конора. Конор сказал, что хочет драться с тобой. Ты сказал, что согласен драться с ним. Да, конечно, абсолютно. Я просто жду, но... Это, знаешь, проблема верхушки. Но это не проблема. Но я думаю, Дэнни, нужно подумать над этим. Потому что... Есть две звезды в этом спорте. Два больших имени. Легенды. Да, абсолютно. Две большие легенды. И почему нет? В каком весе? Ты хочешь 84 килограмма? Конор поднимется в весе? Я думаю, 81 килограмм для меня будет хорошо. Я думаю, Конору тоже. Потому что это супербой. Это не ради весовой категории и позиции в ней. Это супербой. Сможет ли он побить Хабиба? Как ты думаешь? Ведь Хабиб доминировал над ним. Знаешь, я не верю в победу Конора над Хабибом. Определенно нет. Даже в реванше. Я в это не верю. Я верю в то, что Конор должен драться со мной. Вот это хороший бой. Эй, позволь мне кое-что сказать. Это очень важно. Это не ради денег, Конор. Это вызов ради боевых искусств. Если Конор не захочет драться с тобой сейчас, кто следующий? Я верю в то, что мой бой с Ником – это хороший супербой. Хочешь реванш с Ником Диасом? Абсолютно. Потому что прошлый бой проиграл я и проиграл Ник. Это будет хороший бой. Интересный для меня и для Ника. Твоя победа была отменена? Да. Но я думаю, это будет хороший бой.